Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на Эмдом Тайдхантере, мид против Бэйна. Это, конечно, самый худший мид, который вообще может быть в доте. 7.35 патча. Хуже не придумаешь. Но благо я не какой-нибудь нормальный мидер. Я Тайдхантер. Так что еще куда ни шло. Не, ну это вы это видите. Якорь на 30 дэмэджа. Мрак. С пассивкой однозначно буду против этого пацана играть. Ты особо не поразмышляешь на эту тему. Плюха 30. Ну, кстати. Справляюсь более-менее. Тоже ему дэмэдж снижаю. Наверное, самое крутое, что можно было бы пикнуть, это Dragon Knight. ДК вообще наплевать на Бэйна. В принципе, найдите мне того, на кого ДК не наплевать. Так, Лич ушел на стаке туда. Тогда я пойду стакать здесь. Лич решил уйти с лайн. Так ты же сам его заколил стакать. Да-да-да, нет, я просто ожидал, что урал так пойдет. Упс, ошибочка. Убивали там просто. Игра не один, играю в пати с Бристлбеком. Это заказчик, делаю заказ на пати буст. С такими стаками тяжело поверить, что я бустер. Но я все-таки бустер. Новые меты не знает через два нулика. Нулики сейчас настолько имбища. Нужно будет по ДНМ сейчас усердно поработать, потому что я двух крипов пропустил. Пока шлялся. Ай-яй-яй, на этот раз тычка 30 не прокатила у меня. Давайте, наверное, стики грейдану. Вижу, нашел с первой попытки. Вообще волшебно. Как же это больно и невыносимо. Грёбаный Бэйн, настолько герой поломанный. Видите человека, который пикает Бэйна в мид? Передайте ему от меня пару ласковых. Ранжаруйню. Не успевает заденаить никак. И крипсов потенчил. Вообще сказка. Да, нажал второй скилл. Свапнул хпшку. Стики есть у него? Стики есть. Пытался не нажимать третий, чтобы стики не заряжать ему по итогу. Все равно нажал и крипа не добил. Ладно. Нужно будет на базу в ближайшее время смотаться.
Экспу сначала эту получу. У него мана еще есть из стиков. Гребаная поломанная параша. Все по 120. Классика. Бейнес осторожно. Активный рунного пацана. Регенка, я бы не отказался от регенки на боссе. Вообще ни разу. Что? Часа нету, ребят, у меня вырубился моник только что. Был щелчок, что скачок напряжения. И моник вырубился. Шок-контент. Давайте масочку беру. С Ладмером постовым сыграю. Ладмер, как предмет на коре, все еще хорош. Это для саппорта он немножко ослабел. Хорошо, че, погнали домой. 7-й левел, как видите, раньше, чем он обнул. Вся линия в балансе. Даже гуляночки здесь сильно не подруинили. А как Тимбер вообще стоит, фрифармит? На такой-то линии. А левел 6, вопросы снято. Илич не убьет его. Ладно, Бен сдох, как итог, сойдет. И погнали на линию там. Немножко кача. Тут вард еще стоит. Который можно будет поломать. Бен к нам пришел. На левел 6, Вичи-доктор, это такой мрак. Просто когда мизер только что 7-й апнул. У нас Бейн, у нас трое персонажа. Остя моя будет страшной. Хорошо. Стоит там. А этого будем? Сейчас плеваться буду. Да еще похуй на твои хитпоинты. Гоним. Хорошо. Можно тавр на допе сразу, раз у нас здесь все шобла. Оставьте одного сапика в мизе. Опять напряжение скачет, Ростов, хули. У меня дикое ощущение, что я где-то тебя слышал. На тайне. Да.
Допускаю, что где-то слышал. Я в сексе по телефону, например, работаю. Просто с гей-клуба. Чем ты таким пользовался? Не, брат, не. Без ТПшки, по идее, да? Хорошо, так как? И давай, Стеллант, на якорь. Ох, тут до меня нажал этот глиф. Играть буду 100% с дозором. Давайте хендл. Возьму. Блять, Арквардон, тут надо выйти. МК, стой на боте, сделай просто кач, не смотри на нас даже. Опять якорь на хуй дэмэджа. Какой же это бред. Удалите бойные из игры ради всего святого. Плюс 4... плюс 14, я думал, будет плюс 16. Там левел 8 у иллюзий. Это иллюзии он брал на 7. Это так работает, к сожалению. Так, пока спейс дают, надо тавер мизе подавить. Если хотите файт, ведите их в мою сторону. А будем это говно? Охуеть, от якоря сработал второй скилл минера. Да, ребят. Доля секунды. Я перепрощу немножко с Дэйвом. Здесь бейн находится, он может треку пойти. Угоним добить, на самом деле. Не, вы двое фармите, вообще не думайте ни о чем. Пришла сносный. Блин, правда, по XP меня догоняет постепенно. Только что был левел 8. Да, у меня был 11. На маледикт ты пилу я не втанчил. Какая есть проблема? На той перуна, но там же мина. Все саппорты через топ ко мне шли. Да, саппорты взорвались сами. Сколько раз ты в центре уже упал? Сабики с обеих сторон прям ёбнутые, прям хотят, чтобы в центре
этой области не было. Да, Ментизори так себе. Хотя, с другой стороны, с целым Владмиром. Наверное, рановато жалуюсь. Явно рановато, но... Я бегу на бот к вам. Надеюсь. Надеюсь, появилась после этой минки. Ладно, там без меня. У нас аганимный бристл, мы можем Т2 мизу попробовать. Ой, я делаю телепорт этап, делаю. Глобал? Вам глобал что-то решил нажимать. Ну я ладно, я придержал глобал, сойдет. Ой, хуярить за пизду его брать. А бристл немножко запаздывает. У меня хп, что-то я решил. Да нормально у тебя хп? Ну ладно, выйти придется. Каска страшна? На небесах, что у меня есть стики. Можно уже. Тавр поломать. Надо попробовать. Только мы без двух ультов важных. А, ну арк телепорт нам бот сделал. Блять, давайте арка гнобить, он же в краях уевший. Да давай, лич, давай ТП ко мне. Давай, он уевший. А, нет, не охуевший. Извините, здесь инфа. Ну, он просто шел на этот спот, я и думал. Осторожно на ТП. Они знают, что вы без меня. На мид делай ТП Манки Кинг, как опять же от них. Все живы, все здорово. Я получил кучу кача от Default Tower. МК получил кучу кача. Бристл получил немножко кача. Вообще хорошо. Попробуем это говно? Барта здесь. Нет ТПшки. Белила нас. Я резнулся, лечу к вам. Какой же тимбер, блядь, невыносимый. Бля, Тайт, я вспомнил. Ты в команде Гудвина? Да. Без рофла или, yeah. Или реал? Без рофла. Блять, как... Будем принимать здесь файт. Да, можно, 4 секунды. Арка не будет. Спасибо. Надо было сначала все-таки свинку поймать.
Там отслипа теперь оценила мои возможности чуткам. Но это же я бы тоже отслипнул. Борис, ты сможешь дерзателя разъебать один на один? Вроде сейчас он не может. Если то, что шарт из уродовля. А шарт не забудь купить, кстати. По поводу маски. Пойдем вдвоем терминатора. Порадуем сапов. Понял, зайди. Ой, красавца. Сойдет. Ласкит, конечно, очень хотелось. Но не судьба. Надо было с Мишлером по-хорошему играть в Эстимбера. Но хотя все равно не лекарство от всех болезней. Смог нажать. Хорошечно. Это ли не сказка, это ли не мечта? Но обычные игры на престоле мне гораздо более сноубольные. Считай, это такая прям терпи игра. Полетел на низ. Полетел на мид. Вроде шоты. Да, шоты. Мирский герой Арквардан. Ладно, на поводок его посажу сейчас. Поминки. Мизи, давай мстить. Мизи, мстить. Присыл, выходи. Еще доктор без палки. Выходим. Меня все заруинил. На боте оригинальный Арквардан ходит. Вдруг остановится здесь. Я сейчас трудно посмотрю быстро. Здесь получается арк, но я уже не могу. Я бы КБшку скинул в минера. Хотя РПшка сейчас будет и глобал. Не РПшка. Иду, иду, иду. Иду, давайте. В бейны начнем. Поймал арка, поймал арка. Помогите. Хорошечно. Это же мое изя.
Сколько можно? Минер. Не знаю, буду ли сейчас шотать пачки без дистракшна. Так, и давайте немножко магического резиста против Маледикта. Присла, подходи на 3 метра. Забей хуй на них. За мной бегут. Ну, вези их тогда к нам. Бля, ведь доктора бы взять быстренько за пизду. Нужно от пешка мастить. Есть. Надо выйти. Я заберу руну. Очень хорошо, что минер плохо прыгнул. Там такой прям бластоп в окошко. Нет, шо ты? Кайф. Меня потряхивает уже число. Может, Рошу заберем? Надо, надо. Вот еще заберу. Я на топ не за Рошей иду. Надо получать 500 голды за 60 маны. Неприятно, что он забрал. Я бы не отказался от этой штуки. Давайте в 4000. ХП закупимся. Под конец пятерка будет. Да. Есть помощь? Лечу, лечу. Глобал? 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 Пожалуйста, глобал? Глобал? Может, это глобал? Глобал? Плиз, глобал. Как все хуёво. Осторожно, МК выйди лучше. Тимвайт вместо фрифайта. Из-за того, что у меня двух пацанов одновременно интернет вырубило. У МК и у сайленсера. МК резнишь, что будет пушнешь? Думаешь, на будет зашпить заглянуть? Ну, герой у меня практически непрошибаемый. Но, конечно, 1-5 я не танчу. Ты ним еще не делал, да? Че, еще раз? Ну, я посмотрел темпер, еще огнем не делал. Я такой резко креста... это... Сильвер вместо нуля. Да нулик все равно хорош против миньяра. Не, это да, скидывать просто хуйня. Тут Бристол вычистит. Когда это телепорта? 15 секунд.
Ну, трейд хороший. Я сейчас мид еще пушну. Руны нет. Жаль. Латару Арквар накупите, Вижн, саппорта. А, этого нарушу. И досты еще ключа. Вообще идеально будет. Да, не на решение. Будет ТП? Давай я сторону похуярю им, если начнете ТПшность. Давай. Ешь первым. Да раз, кастрюльный, блять. А где арки? Ты понял? Все понял? Закончилось. Подойдет. Осторожно, каски. Мисклик. Бейн. Пизда рулем. Вон, Рошан мигрирует, хвала небесам. Я бегу на топ пешочком. Собирают. Я рисую, сейчас на топ подаю. Давай. Все равно можем принять их. А, пока они без Арквардена, быстренько. Давайте быстренько искать их. Лич, давай через гейт к нам. Бля! Вот это сволочь. Сапиков бы из позиции выбить. Я вижу доктора, попробую. Арка, арка, переключиться, переключиться, арка. Переключиться. Хорошечно. Что-то передумал сатаник брать. Мне нечего диспалить по итогу. Фейковый бэк. Если арк покажется, то убиваем его. Его можно любой ценой, любой ценой, любой ценой. Хорошо.
Ой, какие каски сочнейшие могут полететь. Хорошо. Давайте выйдем. Дождемся РП, похилимся. Думаю, если мы сейчас выйдем, то мы через 2 минуты гарантированно закончим. Если мы сейчас останемся, можем это затянуть на 10. Рэвич откатился, можем собираться. Как раз Арквардон пизделей хочет. Ой, посмотрите, как он пизды хочет. Сори. Сори, 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 сори. Я убил его. Как же хорошо рекликает Манкинг. Билдак у него очень умный. Билдак прям идеально под эту игру. Замечательно. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо, красавца. У меня канал есть, Ёж называется. В описании ссылка на Twitch. И мир вам.